Награда за труд у самого сердца. Нагрудный знак «Ветеран труда Кировской области» отменили в 1991 году, хотя звание присваивать продолжали. Губернатор Кировской области Александр Соколов решил вернуть традицию. Получали звание и ветеран труда федерального значения, имея большие награды на уровне министерств, ведомств нашей страны, и ветеран труда Кировской области. А вот такого отличительного знака, вот такого знака не было. И по просьбе наших ветеранов из Яранского района этот знак был учрежден губернатором. Ну, его разрабатывали, утвердили. Золотистый медальон с изображением герба Кировской области и лавровых ветвей. Так выглядит этот нагрудный знак. В нашем регионе около 100 тысяч человек имеют звание ветеран труда. Пока изготовлено 20 тысяч знаков, поэтому работа по вручению пойдет поэтапно. На сегодняшний день жители Слободского города и района ждут порядка 1 тысячи знаков. Так что награда найдет своих героев.